Город Барнаул за всю свою историю имел одно официальное имя. То, которое я сейчас назвал. Барнаул. Но у него, кроме официального имени, были и неофициальные, ну можно сказать, клички и прозвища. И даже подпольные клички. Многие и барнаульцы, и гости города слышали такую расхожую фразу «Барнаул – столица мира». Чуть меньшее количество, но я думаю, тоже многие, слышали о том, что Барнаул – сибирские Афины. И я думаю, что мало кто слышал о том, что Барнаул – это золотое депо Сибири, или что это город Пескоструйск. Вот об этих прозвищах, кличках, самоназваниях я и хотел бы сегодня рассказать. И хочу начать не с самого известного и не самого, наверное, спорного, не со столицы мира, а с тех прозвищ, которые получил Барнаул в 19 веке. Здесь нужно сказать, что в то время Барнаул был общеимперским центром производства серебра. Также сюда свозили большую часть добытого в Сибири золота. Здесь концентрировалась интеллектуальная, культурная, техническая элита не только в масштабах Сибири, но и российского уровня. Достаточно сказать, что здесь работал такой выдающийся изобретатель, как Иван Иванович Ползунов. Затем здесь работал, руководил заводами Петр Казимич Фролов, здесь бывали многие другие изобретатели, да тот же Аносов тоже здесь работал, ну, правда, чиновником работал. Вот. Ну, то есть, это был действительно, с одной стороны, город богатый, блистательный, культурный и очень сильно отличающийся от большинства других городов Сибири, в первую очередь Сибири. И это бросалось в глаза. И вот с этим связано появление некоторых прозвищ нашего города, которые мы сейчас используем вот как нашу гордость, да, наше вот достояние. Вот мы были кем? Ну, во-первых, нас сравнивали с маленьким Петербургом или даже с маленьким европейским городком. У нас в памяти сохранилось такое словосочетание, как «уголок Петербурга». Почему-то сейчас принято называть уголком Петербурга только один участок нашего города, это Демидовская площадь, но вообще-то изначально уголком Петербурга был назван весь Барнаул. То есть это касалось всего города, это было связано с внешним видом, связано с каким-то климатом, ну не в смысле погоды, а с интеллектуальным климатом. К этому же времени относится такое название Барнаула – Барнаул – золотое депо Сибири. Это конкретная характеристика. Действительно, именно в Барнаул свозилось все золото, добытое в том числе частными старателями по всей Сибири, потому что государство принимало золото участников только или в Петербурге на Монетном дворе, или в Барнауле на сереброплавильном заводе. Понятно, что из Сибири было ближе всего везти в Барнаул, поэтому все свозили сюда. И вот, видимо, с этим связано появление подпольной клички Барнаула «Золотое дно». Ну, понятно, да? То есть золото все сюда стекалось, оседало здесь как на дне, и оно здесь оседало не только в переносном смысле, но и буквально, потому что, ну, скажем так, чиновники местные, которые здесь жили, работали, они себя не обижали, могли положить это все дело в карман. Ну, в общем, кличка «Золотое дно» вообще-то, я же не зря сказал, что это подпольная кличка. Это вот революционеры-подпольщики, так называли Барнаул. Сколько я понимаю, большевики. Вот, то есть те, кто так или иначе связаны были с сибирской ссылкой. Вот у них Барнаул так обозначался. Тут нужно же понимать, что они не могли называть города своими именами. Вот, «Золотое дно» — это Барнаул. Ну и, конечно, самая почетная характеристика того времени – это сибирские Афины. Ее дал Петр Петрович Семенов-Тиншанский, который некоторое время был в Барнауле, ну, был в смысле, он здесь жил.
И это было 1850-е годы. Конечно, золотая, блистательная кабинетская эпоха постепенно клонилась к закату, но вот, не знаю, как говорят, золотая осень. Вот это время было золотой осени того великого горнозаводского горного города Барнаула. И Тиньшанский, когда говорил о том, что Барнаул — это сибирские Афины, он имел в виду что? Он сравнивал Барнаул, сопоставлял Барнаул и Омск. И он говорил, что благодаря вот уровню культуры, образования, значит, я назвал этот город сибирскими Афинами, оставляя звание сибирской Спарты за Омском. Имеется в виду, что вот в Древней Греции были два самых знаменитых города. Афины – это экономический и культурный центр, и Спарта – это военный лагерь, главный такой вот военный центр. И в Сибири тоже два таких центра. Экономический и культурный – это Барнаул, а военный лагерь – это Омск. То есть сравнение Барнаула с сибирскими Афинами, оно не может быть подано без контекста. Ну и, конечно, в то время Барнаул совершенно точно был наиболее в этом плане развитым и выдающимся городом Сибири. Существует негласный спор между барнаульцами и томичами о том, какой же город является сибирскими Афинами, потому что Томск тоже был впоследствии назван сибирскими Афинами. И вот томичи говорят, что да нет, ну сибирские Афины — это Томск, а не Барнаул совсем. А мы, барнаульцы, говорим, да и Барнаул сибирские Афины, вот Тиньшанский же сказал. На самом деле здесь нет противоречия. Барнаул был сибирскими Афинами в первой половине, середине 19 века, когда здесь был Семенов Тиньшанский, да. А Томск стал сибирскими Афинами после того, как там был открыт университет, затем технический институт, педагогический, то есть когда он стал образовательным центром, и культура во многом переместилась в Томск. Это конец 19-го, начало 20 века. Барнаул в это время утратил свой статус горного города, так что это справедливо, что сибирскими Афинами и культурным центром Сибири стал в то время именно Томск. Здесь делить нечего, мы были и те сибирские Афины, только в разное время. 20 век принес нам, ну если верить Марку Юдалевичу, принес нам довольно обидное прозвище – город Пескоструйск или город Пескопыльск. Разные есть версии. Но это было связано с тем, что центр города был построен на месте, где когда-то рос сосновый бор, почва в сосновом бору песчаная, и когда лес вырубили, песок стал струиться, как вода. Эта проблема возникла еще в начале 20 века. Но в начале 20 века это была окраина. А в середине 20 века именно на этих песках был выстроен городской центр. Это нынешняя площадь Советов, площадь Сахарова, площадь Ветеранов. Все это находится на песках. И крупные проспекты Ленина, Красноармейский, они буквально утопали в песке. И новостройки вот эти все тоже были, ну, имеется в виду на вот Ленина, на том же новостройке, они были в окружении песка. Поэтому приезжающие в центр Барнаула видели вот такую картину. Сейчас-то, конечно, все закатано в асфальт, сейчас деревья там, все это нейтрализовано. Хотя копни, там песок тот же самый. Действительно, Барнаул, если сейчас вдруг исчезнет асфальт, он снова станет Пескоструйском. В полном смысле этого слова. Ну и, наконец, правда ли, что Барнаул — столица мира? Ну, если верить братьям Сергея и Николая Ореховым, то да, так и есть. В 1988 году эти два писателя написали трилогию. А вторая книга этой трилогии так и называлась — «Барнаул — столица мира». Но эта книга была такая, скажем, шуточная, юмористическая. Да, там есть философский подтекст. Но сам автор, вот Сергей Орехов, он намеренно говорит, что город, который присутствует в этой книге, это вымышленный город. Да, он называется Барнаул. И там живут люди, которые по своему описанию, по своим характерам похожи на тех реальных людей, жителей Барнаула. И некоторые, даже ныне живущие барнаульцы, находят себя в этой книге. Но, тем не менее, вот автор настаивает, что это вымышленная вселенная. И вот в этой вымышленной вселенной столица мира является того мира, Барнаул. Ну, собственно, несмотря на вот весь художественный подтекст этого словосочетания,
Нам-то, жителям города, нравится такая формулировка. И вслед за столицей мира некоторые, скажем, наши творцы, дизайнеры, может быть, даже, решили превратить Барнаул еще и в центр вселенной. И у нас есть экспозиция недалеко от Нагорного парка, это такая цветочная композиция, которая так называется «Барнаул – центр вселенной». Ну, это вот дальнейшее развитие идеи «Барнаул – столица мира». Ну и, конечно, если мы посмотрим на историческую карту Барнаула, на современную карту Барнаула, то мы можем найти на ней названия, связанные с самыми разными местами, регионами мира, даже не только России или Советского Союза, но и мира. Ну там Нью-Йорк, Флорида, Аляска, у нас есть свой Сан-Франциско, у нас есть свой Голливуд, у нас есть Европа, у нас есть, ну, понятно, свои, что называется, отсылки к российским каким-то местам. То есть вот в этом смысле можно сказать, что, ну да, в Барнауле есть все, и Барнаул в этом смысле столица мира, конечно. И каким бы ни было прозвище нашего города, какие бы эпитеты не применялись к нашему городу Барнаулу, все это характеризует какую-то из сторон его жизни. Будь то экономика, будь то культура, будь то современные связи. Но лично мне нравится то, что официально наш город никогда не менял своего имени. Он родился Барнаулом, он живет Барнаулом. И я надеюсь, что простоит еще не одну тысячу лет и останется Барнаулом, что, на мой взгляд, самое гордое имя, которое, ну, собственно, можно нашему городу представить.